Всем большой привет! Надеемся, ваши выходные прошли достаточно продуктивно, и вы помните, что было на фестивале «Студенческая весна 2019» в прошедшую пятницу. Если не помните, тогда я отберу 7 минут вашего драгоценного времени, чтобы напомнить. Это дневник «Студенческой весны КФУ 2019», с тобой, как всегда, Роман Полинсков. Сегодня день пятый. Сегодня на сцене Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Сразу спойлер, у геофака их буфонады не было. Зато вместо нее мы примерно 2 часа наслаждались одним из лучших концертными программами. Сейчас расскажу поподробнее. Первыми на сцену выходят геологи. Очень милая и ламповая канва. Главная героиня работает в баре «Миллиган», где все готовятся к фестивалю Святой Оливии. Тут она начинает убираться, готовит зал к приему гостей, и тут понеслось, она начинает петь. Говорила мне бабка лютая, коромыслом о злости гнутая: не дреми тебе в люльке, дитятка, не бели тебе пряжи вытканной, царевать тебе под заборами, целовать тебе, внучка, рано. Рубашку белую, жеребка не гоните черного, не поите попа соборного, выкладите меня под яблони, без моления, да, без лада. Тут ее замечает группа, которая будет выступать на фестивале. Они начинают ее убеждать, что она классно поет. Ее подруги утверждают, что она классно поет. Какой-то пост, наоборот, утверждает, что это отвратительно. Но благо по конве он всего один. Короче, всем все понравилось. Фестиваль прошел на ура, и она вышла со своей новой группой на сцену. Второй концерт – Институт вычислительной математики и информационных технологий. Дословная адаптация произведения «Чарли и шоколадная фабрика». Сюжет пересказывать нет смысла, кто захочет, обязательно пересмотрит фильм. Главное, что ребята не стали чего-либо додумывать, они просто грамотно подобрали актеров и интегрировали концертные номера в свое повествование. Очень ровное и хорошее выступление. Открыть ворота. Которые делают сладости из шоколада. Так сказать, на шоколадную фабрику. Шоколадненькую такую фабрику. А что они делают? Ой,
Похоже, они хотят нам что-то показать. Для них это особый случай. У них не было слушателей уже очень много лун. Тем более песня уже началась. Давайте, не будем им мешать. It's my favorite song they're gonna play, and I cannot text you with that drink in my head, yeah. You should've made some plan with me, you knew that I was fair, and now you won't stop calling me, I'm kinda busy. Ну а на этом все. Понравился выпуск? Подпишись на нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч. Пока.